от имени Совета ветеранов и от меня лично поздравляю всех милых женщин с праздником весны, чтобы они всегда были здоровенькие, счастливые, любимые, желанные. И какой же праздник у нас будет у женщин без спутников нашей жизни – это мужчин. Хочу пожелать нашим мужчинам здоровья, и чтобы они любили и берегли и уважали своих женщин. С праздником всех. И еще хочу сказать, что большое спасибо нашему профсоюзному комитету за внимание, заботу о нас, пенсионерах, в это трудное время. Вот, и материальную помощь, и культурно-просветительную работу, что нас все время приглашает в театры, на экскурсии. Вот, и большое спасибо профсоюзному комитету, особенно Светлане Михайловне, а также от администрации Калошину Александру Борисовичу, который проявляет заботу и внимание о пенсионерах администрации. Чуткий, внимательный, заботливый, относится к нам как к своим. Так что и мужчин тоже поздравляю с праздником. Я от своего имени хочу поздравить всех женщин с праздником весны. Весна – это особое время года, когда женщина особенно красива. Она расцветает, как природа. Она становится краше. И пожелать ей теплых, солнечных дней в жизни, добра, тепла, взаимопонимания, любви, любви ближних и в первую очередь, конечно, мужчин, внимания и заботы мужчин к женщине. И чтобы этот день был действительно светлым и теплым для женщины. И каждое мгновение приносило радость и счастье женщине, и побольше улыбок и тепла и радости. Поздравляю вас с праздником, милые наши женщины. С праздником весны. С праздником весны. Весна – это радость, да, и тепло.